Меня зовут Дмитрий Удрас, и я хочу обратиться к Международному паралимпийскому комитету с маленьким заявлением. В 2014 году я был волонтером на паралимпийских играх. Вот моя аккредитация, которая сейчас полетит в помойку. Я гордился тем, что я был на этих играх. Я видел мужество людей, которые выступали, которые добивались чего-то, которые не лежали просто инвалидами у себя дома. И для меня было крайне важным поддерживать этих людей. Для меня было крайне важно, что я был частью этой команды, частью тех людей, которые обеспечивали проведение паралимпийских игр. Я хочу вам сказать, господа, вы думаете, что вы делаете? Вы можете вводить санкции против чиновников, вы можете вводить санкции против различных людей, против правительства Российской Федерации, но лишать права участвовать в играх людей без рук, без ног, без глаз, вы в своем уме? Позор вам, позор.